Путин. Россия не вмешивается в выборы других стран. Россия не поощряет вмешательство в выборы других стран и не отдает приказы по совершению подобных действий, заявил российский президент. Россия не оправдывает вмешательство в выборы и не делает этого сама. Об этом в интервью американскому телеканалу NBC News заявил президент Владимир Путин. Нет, мы не поощряем и не приказываем это делать, сказал российский лидер, отвечая на вопрос о соответствующих обвинениях США в адрес России. При этом Путин не исключил, что соотечественники могли быть причастны к вмешательству. Ну, хорошо, русские, но они не были государственными чиновниками. Русских 146 миллионов. И что? Отметил президент России. Путин ответил на обвинения США по выборам. Напомним, Путин ранее уже заявлял, что россияне, обвиненные США во вмешательстве в выборы, не представляли власти России. США подозревают Россию в оказании влияния на результат президентских выборов 2016 года. В середине февраля 2018 года американские власти выдвинули официальные обвинения 13 гражданам России и 3 российским компаниям, сочтя доказанным их вмешательство в политическую систему США. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.